Август – последний день лета, времени отдыха и отпусков. Мы спросили у светлогорцев, где и как они провели свой отпуск. В основном дома, в деревню, к родителям. В основном дома. А чем занимались? Ой, с детьми по концертам, тоже же выступления были, готовились к выступлению, концерты, в садик ходили, работаем, поэтому... Отпуск промчался? Да, незаметно. Отпуск прошел дома с семьей на присадебном участке. Я провел это лето на огороде и на работе. Не грустно было вам? Нет. Да что это отдых, это не работа. Путешествовали по Беларуси, все, больше нигде не были, так что... Ну, это ничем же не хуже, чем куда-то. Нет, конечно, нет. За границей. Еще хотим попутешествовать, Минскую область посетить, Родненскую, Витебскую, так что планы большие. А я сейчас в отпуске. Светлогорский огород, огурцы, помидоры, закатки. Вот вчера буквально в лес сходила, набрала лисичек и даже три беленьких нашла. Вот так вот жизнь кипит, бурлит, все нормально, все хорошо. Мы были с младшей дочерью в Турции. Потом мы ездили в деревню на берег Днепра. Очень замечательно провели время. Потом мы поехали на Труслёт за отдел образования, где очень замечательно провели время. В Беларуси, оказывается, можно тоже отдыхать. Так, отпуск у меня еще только начинается. Я первые три дня отпуска провел на профсоюзном Труслёте. Какие планы на оставшиеся? Ремонт, отдых, река, рыбалка. Отпуск я провел на работе. Да ладно? Да. У меня вахтовый метод работы. И так получилось, что с этими карантинами этими пришлось просидеть 3 месяца там. Практически все лето. То есть у вас не будет отпуска теперь? Ну, в дальнейшем поедем куда-нибудь в теплые страны. Надо будет только заработать немножко и все. Отпуска еще не было у меня. Так, тогда какие у вас планы на отпуск? Проехать по Беларуси, посмотреть интересные места. Какие? Несвежский замок. Замок Мирский, Брестскую крепость, Вдерскую пущу. Я так понимаю, вы поедете? Нет, на машине. Может, на автомобиле, с семьей. Если честно, то в городе, на природе никуда не выезжали. И все, больше ничего такого. А ты каникулы где была? Дома. Все. И вообще никуда? Нет, только иногда только к бабушке. В деревню? Да. Ну так скажи, к бабушке в деревню. Бабушке в деревню.